Здравствуйте, добро пожаловать на наше шоу «Посиделки». В студии я, Илья Керик, ведущий. У нас сегодня очень интересный человек. Зовут ее Женя Королева. Женя, здравствуй. Что у тебя тут? Добрый день. Тут все для маникюра, ага. Тут для шелака. Хорошо, присаживайся, давай поговорим. Сразу предупреждаю тебя, мы здесь как бы два человека за камерами, один человек тут, в общем, у нас очень мало людей. Обязательно будут какие-то сейчас технические неполадки и просто неполадки, потому что мы не знаем, в чем тут вообще дело. Ну, это не страшно. Расскажи, ты когда-нибудь снималась вообще, была на телевидении или... Здесь я уже попадала на русское телевидение, по-моему, ага. от CBS радио, когда мы делали ярмарку русскую в русском доме. Вот, и я была одна из организаторов, и у всех девочек-участниц брали интервью, ну и у меня в том числе, соответственно. Да, и я, на самом деле, я думала, это радиозапись, а оказалось потом, что снимали видео. Вот, ну и еще... Какую программу это пошло? Русский калейдоскоп или... Скорее всего, да, я не помню. Скорее всего, русский калейдоскоп, да. Ясно, интересно. Давно это было? Год назад, наверное. Мы делали в августе, как раз это было... Да, ярмарка в русском доме организовывали. Это была наша вторая ярмарка. Первую мы делали рождественскую до этого. И потом вот совместно с русским домом, с девочками из Облачка, мы делали тогда уже, развернулись, было два этажа. То есть на первом была ярмарка. Девочки наши, все, кто вот здесь развил свой бизнес, предлагали свои товары. Все, что делалось, сделано практически своими руками. Очень много всего интересного, ювелирные украшения. В общем-то, из шерсти. Ну, ярмарка, ладно, мы здесь не о ярмарке пришли говорить. Расскажи о себе. Ты как бы вообще, какой у тебя бизнес? Чем ты занимаешься? Я бьюти-терапист, по-русски косметолог. Большей частью я работаю мобильно. То есть я выезжаю на дом. Также у меня есть, так скажем, home-based салон. Это полностью оборудованная комната у меня дома, куда могут прийти мои клиенты. И... Только по записи. Я еще работаю в Колфилде в салоне More for You. Вот там для тех клиентов, кто живет очень далеко, либо не может делать это у себя дома, у нас есть местечко, где мы можем вот встретиться в середине пути. Очень хорошо, удобно. Понятно. Ну, давай потом еще подробнее поговорим о том, чем именно. Садись ближе, а то так далеко. Мне там удобно. Да, мы друзья. Хорошо. Да, мы с Женей давно уже знакомы. Чем мы только 13. Уже вместе не занимались, мы, по-моему, даже танцевали на пилоне вместе. На пилоне мы были вместе, да. Да, и, кстати, да, вот это самое интересное. Как человек приходит к своему любимому занятию? Я подозреваю, что вот это, чем ты сейчас занимаешься, тебе очень нравится, на да? На данный момент, да. То есть я, на самом деле, приехав сюда, я полностью сменила, категорически вот, сменила подожди, давай по порядку. Хорошо. Кем, когда ты была маленькой, кем ты хотела быть? Когда я была маленькой, я мечтала быть ветеринаром. Я очень люблю животных всех, кроме насекомых, так скажем. Так. Вот. И поэтому я лечила. У меня не было кукол, зато у меня была куча мягких игрушек, которых я лечила. Я их перебинтовала, мазала зеленкой, я их зашивала, я им делала уколы. Ясно, в общем, ясно. У меня была полная ветеринарная клиника. Ладно, и дальше ты думала куда-то поступать на ветеринара или потом это ушло? К сожалению, да, не сложилось. Я бы и сейчас с удовольствием, но это, да, это стоило на тот момент у нас больших денег, поэтому, да, у меня жизнь сложилась немножко по-другому, но я до сих пор помогаю. Здесь у нас есть приют, так скажем, это неофициально, как бы сказать, не за деньги, нон-профит организация, которая спасает котят, кошек, иногда даже забирают из шелтеров, потому что люди приносят их на то, чтобы усыпить, или к ветеринарам. Вот, они забирают всех, стараются привести в полный порядок, делают секс, микрочип, и уже находят им новые семьи. Понятно. И животные не живут в шелтерах или в клетках в одном месте, то есть они живут, так скажем, foster families, то есть они живут у таких же обычных людей, кто готов их держать какое-то время, чтобы им... Мне кажется, это вообще отдельная тема для разговора. Это да. Тема благотворительности, помогать, да, домашним людей, животным. И не только животным. Понятно, значит, вот ты закончила школу, пошла, видимо, не на ветеринара, куда ты пошла учиться? Наверное, пошла в первое попавшееся рядом училище после 9 класса. Довольно-таки интересная профессия, название звучит так, реставратор-десинатор. Вау.
Вау. Тоже было вау. Это да, это всегда звучит интригующе. Это реставрация ковров, гобеленов, тканей, так как у нас рядом была АХБК, это Алматинский хлопчатобумажный комбинат. Ага. Там делали все изделия на весь Казахстан, я из Казахстана. Ага. И также вот ковры, гобелены. То есть я училась, у меня была рамка, я ткала эти гобелены, но, к сожалению, не окончила. В общем, дальше все по-другому пошло. Вот, так что частично где-то там тоже побывала. Ну, это что-то связано с тканями, да? Да, это, то есть это да, именно вот ковры, гобелены, ткани, как? Все, что на пол, на стены. Люди делают ручной работы. Ага. Если я видел, вот такой плетеный, как из ниток, очень много. То есть это вот такое. И вот этот университет, институт учил вас, как это создавать. Да, это да. Понятно. Да. Хорошо. Дальше ты закончила, наверное, пошла работать на что-то другое или... Работала, да. Моя первая, так скажем, официальная работа, это я была оператор в компании, которая у нас косметические продукты тоже производила, у нас же в Казахстане. Оператор, я, в смысле оператор, менеджер? Как бы, это тут, я работала или... в бухгалтерии, забивала заявки. То есть приходили менеджеры, ходили консультанты по магазинам, менеджеры собирали заявки на поставку товара. Они приносили все эти заявки нам, мы это вбивали в компьютер, отправляли на склад, склад собирал товар, товар попадал в магазины. Ясно, значит, логистика какая-то. Я думал, да, ты сказала типа, оператор, я думаю, сейчас мы тебя за камеру поставим. Нет, да, тут есть, так скажем, оператор, бухгалтер, что-то такое. То есть была в бухгалтерии, помогала бухгалтерам также с работой. Хорошо. Вот. Так, и учиться давай. Я как раз пошла уже в университет на бухгалтера в связи с этим. То есть хотела продолжать. Так, закончила ты на бухгалтера. Закончила я на бухгалтера, но... Тут я перешла в другую сферу, так как я еще и любитель, в общем-то, всех железок, IT-сферы и прочего. Я попала вот тогда уже в, так скажем, первую свою действительно любимую работу и компанию. У нас в Казахстане есть две самые крупные IT-компании по продаже вот, компьютеров и периферии. Это Алсер и Логиком. И вот я волей случая случайно так попала в Алсер. И потом дальше. Нам говорят, что у нас этот первый сегмент уже идет к концу. Да. И давай побыстрее эту тему закончим. Значит, после компьютерщика ты была... Закончила я, да. Кем ты еще после была? После компьютерщика я была уже закончила перед отъездом в Австралию. Я была директором одного из магазинов этой компьютерной фирмы. Сначала одной, потом второй. Вот, то есть у меня менеджерский опыт, так скажем, уже именно как управленца более 5 лет. Это самые крупные сети в Казахстане, и один из 30 магазинов был под моим управлением, то есть порядка 10 подчиненных. О, ага. Вот. После Ясно. Чего мы Хорошо, уже наверное, все-таки вернемся к этой, все-таки вот. Истории да. большие. И как раз начало вот теперь новой истории. Замечательно. А мы вернемся через пару минут, оставайтесь с нами. Здравствуйте, напоминаю, вы смотрите «Посиделки». У нас в гостях Женя Королева и я, ведущий Илья Керик. Мы разговариваем о бизнесе, который вот Женя ведет. Но перед тем, как мы будем говорить о бизнесе, мы разговариваем о том, как она дошла до этой идеи о ее жизни чуть-чуть. Так, ты остановились на том, что ты была заведующей магазина. Да. После этого... Приехала в Австралию? Да, мы как раз получили визу, я подтвердилась именно как бухгалтер, и приехала сюда, грубо говоря, бухгалтером. Угу. Вот. Значит, что случилось дальше? У меня стоял выбор. Так как я уже поработала там, хотелось что-то еще, и у меня был выбор это сделать. То есть как вообще я пришла к тому, что я стала косметологом, да, так да. немножко быстро. Mm-hmm. То есть я на тот момент сама ходила на шугаринг, это депиляция сахарной пастой, вот, и очень это такой шикарный метод удаления волос. И, в общем-то, когда нам дали визу, я спрашивала, у меня уже были знакомые, которые здесь жили, есть ли здесь шугаринг, то есть как бы продолжать это делать. Mm-hmm. Вот, девочки посмотрели, сказали, нет, только вакс. Слышим об этом первый раз, здесь только воск. С воском я уже пыталась дружить, но у меня, к сожалению, никак не получилось. Я была очень расстроена, я стала жаловаться своему мастеру. Как так? Я говорю, хоть вас с собой пакуй в чемодан, вези с собой. Да, да, да. Она говорит, ну, в чем проблема? Иди, говорит, научись, пройди курсы, и ты сможешь делать это для себя, в принципе. Ну, и также, может быть, показать кому-то и развить свой бизнес. Да получается, подожди, здесь нету никого, кто делает это сейчас? На данный момент есть, но он все равно не так популярен, как, скажем, в России. В Казахстане и в Европе, то есть по миру здесь до сих пор это, здесь, к сожалению, бьюти-индустрия, она немножко отличается от тех стандартов, от европейских стандартов.
Вот, поэтому, да, здесь на тот момент об этом никто не слышал, то есть, да. И вот, ты решила как бы восполнить этот... Да, да, достаток, я как раз, я сделала так же, как она и советовала, и это, честно говоря, очень меня спасло. Во-первых, то, что я начала работать практически с первых дней, как приехала сюда, потому что я привезла запасы. Вот, я начала, соответственно, с наших девочек, кто у меня были уже знакомые здесь, кто приехал чуть позже, вот, и постепенно это перешло в то, что... Как бы я заинтересовалась этой темой, и у меня был выбор либо продолжать, значит, работать здесь как бухгалтер, либо был вариант, я еще думала, может быть, стать фитнес-тренером, потому что люблю спорт, либо вот развить косметологию, все-таки попробовать внедрить это в наши ряды. Вот, и путем быстрых таких вычислений и минимальных затрат я все-таки решила попробовать бьюти. Я думаю, что я не ошиблась, потому что я реально сейчас люблю свою профессию. Зрителям уже, наверное, все интересно, что в этом в чемоданчике здесь на первом экране. Хорошо, давайте откроем чемоданчик. Этот чемоданчик, когда я делаю маникюры, то есть что я делаю, я предлагаю на выбор обычный лак, либо шеллак. И вот в этом чемоданчике, только в этом, все для шеллака. То есть не для маникюров, для маникюров отдельно чемоданчиков у меня штук 8, включая массажный стол, вот, в машине, каждый для своего тритмента. Здесь получается у нас порядка 60 цветов лаков, есть куча блесков, палета в палете, то есть я предлагаю клиентам иногда слишком большой выбор. Хотя на самом деле есть две категории клиентов, которые говорят, вы мне дали слишком много, дайте мне только три цвета. Я не умею выбирать, для них это очень сложно. Другим даже вот этих здесь около 120 или больше сейчас цветов, и им не хватает даже этого. Иногда кому-то нужно мне чуть-чуть зеленее, мне чуть-чуть блестяще, мне чуть-чуть темнее. И все. И на самом деле можно создавать, вот как я сказала, здесь, допустим, 60 флаконов, тут 120 цветов. Некоторые цвета, они просто смешанные. То есть когда так же, как любая цветовая палитра, накладывается один на другой, можно получить абсолютно разные оттенки. Вот, то же самое мы и делаем, создаем для клиентов. Свои цвета. Да, профессиональная машинка для сушки лака, в принципе, и все остальное. Оборудование, наклеечки, это стикеры сейчас я делаю. Я, к сожалению, не сильна в нейл-арте. Некоторые девочки очень любят нейл-арт. Вот. И нейл-арт это когда на ногтях еще делается какой-то определенный рисунок. То есть вот, ну, это вот мои произведения, так скажем, чуть-чуть совсем. Как он с ним реально зазумить на это? Покажи в камеру. Не знаю, вот. Да, миньон, все улыбаются миньону, все рады, когда видят миньона, у всех сразу улыбка на лице. Ну, это такой минимум, да. Ну, сейчас я приобрела, это тоже новинка в Австралии, называется Nail Hacks, то есть это стикеры очень-очень тонкие прозрачные наклеечки, которые можно положить поверх любого цвета и будет красиво очень смотреться, то есть такой узор, как будто его нарисовали только что на ногтях. Вот, да. И, ну, это такая легкая замена, но все равно может быть симпатично, красиво. И значит, это чемодан чисто связанный с ногтями. Да, это чисто как связанный с ногтями, чисто для шеллака. Да, то есть используется для нанесения шеллак. Я использую бренд только C&D, то есть все одного бренда. И другой чемоданчик, допустим, в нем обычные лаки. То есть он примерно выглядит так же, только без машинки, и в нем также порядка 60 бутылей разного лака. Вопрос. Вот ты только красишь ногти или ты приводишь их в порядок? Я их привожу в порядок, причем делаю я как обычные маникюры, то есть стандартные, когда замачиваются водички, все это режется, это на усмотрение клиента. Плюс я предлагаю здесь это тоже... буквально еще новинка, причем новинка даже, наверное, среди наших, ну, как бы не то чтобы наших девочек, а оно популярно, те, кто знает об этом, аппаратные маникюры и педикюры. То есть вся кутикула вокруг ногтей, она убирается на сухую специальной машинкой, специальными насадками, что намного безопаснее, более гигиенично, будут более долгие результаты, то есть обычно после клиперов, там, через 2-3 дня вот эти кутикулы, надеюсь, зрителям это понятно и интересно. Я думаю, что девочки, которые слушают, они поймут прекрасно, о чем речь. А на самом деле этот аппаратный маникюр, он очень подходит даже для мужчин, особенно те, у кого, вот, так скажем, рабочие профессии, руки, строители и прочее. У меня есть заказы, вот я когда приезжаю к некоторым домой, то есть я беру заказ, как бы они заказывают на семейную пару.
То есть там не только для женщин сервисы, но и для мужчин. То есть мы делаем и маникюры, педикюры для тех, у кого, вот, допустим, очень плотные пятки с трещинами или проблемные. Да? Вот, вот этот аппаратный педикюр, он здесь есть, но его делают только подиатристы. То есть здесь это отдельная сфера, это относится не к бьюти, а к медицине. Вот. Я делаю это все. У меня классно. Профессиональная подиатри машина, я ее не стала приносить. Это еще один большой тяжелый чемодан. Она с пылесосом, то есть, когда это все снимается, чтобы пыль не летела со всех сторон. Вот, то есть, ну, полностью профессиональная, дорогая машина. А мужчины вообще пользуются услугами? Мужчины, ну, вот ты сказала, что там. Да, иногда мужчины пользуются. Мы делаем мужчинам покупают. Маникюры, делаем педикюры. Мы также делаем мужчинам депиляции. Есть те, кому, допустим, так скажем, очень шерстяные мужчины, кому-то кто-то стеснительный, наоборот, то есть делаем руки, спину, грудь, все, вплоть до... У меня есть клиенты. У нас фотографии, наверное, да, сейчас сделаем маленький перерывчик, и потом посмотрим фотографии бедных мужчин, которых ты ободрала. Почему бедные? Они вполне счастливы. Здравствуйте, мы снова с вами, это «Посиделки». В студии Илья Керик, я ведущий, и Женя Королева, наш гость. Она рассказывает о своем бизнесе, она косметолог. Мы остановились на том, как ты делаешь шугаринг мужчинам тоже. И у нас, по-моему, есть фотография того, как ты кого-то обдираешь. Да, это были подмышки одного из парней девушки знакомой. И ты говоришь, это не так больно, как ваксинг. Да, это на самом деле менее болезненно, потому что волос убирается по росту волос. То есть это сама немножко другая технология. Шугаринг, она отличается от воска. Это сахарная паста. Волос паста наносится против роста волос и убирается. То есть это все натурпродукт. Это все менее болезненно, результаты намного дольше. И меньше раздражения, кожа чистая. И у нас еще фотография есть. Да, это вот девушки мы делали до и брови. После, да, брови, тоже убирали сахаром. Хорошо. То есть любые части тела можно работать. И в прошлом ноябре я была на радио «Нова», на шоу «Мишель и Томми», и мы делали, да, сахарную, вот, как раз можно посмотреть, как это работает для Томми, депиляцию полноги. Вот, он потом даже в Инстаграме написал шутку такую, что он... Бегал по кругу, как бы бегал, и его заворачивало как-то по кругу больше, потому что у него нога более гладкая и более так обтекает воздух. Понятно. Смешно. Занятные ребята. Для Мишель я делала маникюр тоже. Это у них была какая-то... Они просто решили ей сделать сюрприз, такой мобильный маникюр на выезд, и они нашли меня подарок в интернете, такой. Да, просто Google, я была первая, кто ответил, и да, я согласилась, приехала. Вот. Да. Правильное время и правильное... Да, именно было так. Очень здорово. А какие у нас еще есть работы? Может, давай ногти посмотрим. Ногти, это да, это ногти до и после. Я работаю на хендспате, это групп букингс, когда девичники или какие-то просто девочки собираются, отдыхают. То есть они заказывают мини-маникюрчики, просто, значит, ногти сделать форму, покрасить по-быстренькому или мини-массажики. То есть зависит от бюджета, от людей, что они хотят сделать. Да. Вот. Иногда работаю одна, иногда мне приходится нанимать кого-то еще, когда большие компании. Вот здесь в данном случае эта девушка была после операции на спинном диске, на позвоночном диске, она не могла много двигаться. Я выезжаю домой, привожу стол, и здесь мы ей делали и фейшл, и педикюр с шлаком аппаратный, и маникюр. В общем, все. Вот, полный сервис, да. Это вот ее ногти после. Поиграли немножко с разными цветами, потому что иногда любят заказать что-то для разнообразия, такие вещи. Вот, это девочки вот на той же хендспате. Было довольно весело. Много девчонок. Это вот они платят одну сумму и да, они в зависимости от сервисов, да, платят. Вот это свадебный маникюр, педикюр. То есть я подготавливаю девочек к свадьбам. Делаю. Вот это одна из моих клиенток, которая сама тоже печет, делает на заказ, у нее свой бизнес. Здесь был аппаратный маникюр с шеллаком, то есть можно увидеть, какая, насколько чистая кутикула. Аппаратный маникюр вообще сам по себе очень хорошо все убирает и чистит. И это ты ей ногти, а она тебе печеньки, да? Да. Как-то так. Ну, все по прайсам, поэтому есть взаимовыгодные иногда предложения. Очень это моя коллекция шеллак. Изначально делала фото около 40, сейчас больше 60 флаконов всех разных цветов.
Хорошо. Много раз пыталась себя остановить, но до сих пор пополняю, хотя в чемодан уже не влазит. Он с каждым разом все тяжелее и тяжелее. Здесь вот как раз та клиентка, которая после операции, мы делали фейшл и чистки лица, и после я наношу грязевую маску, это лечебная грязь. Вот, она увлажняет, успокаивает кожу. Очень хорошие результаты после нее, и вся продукция из Венгрии, органик. Здорово. Да. Здорово. Это вот моя клиентка, да, она мне прислала фотографию. У клиентов реально получаются фотографии лучше и красивее, чем у меня, потому что я все время в спешке, мне некогда, иногда нет освещения, иногда нет возможности подходящего интерьера. Да, и неважно, да, фотографии особо... Главное, все мои клиенты и... это вот ходячая реклама. Это, кстати, девочка опять та же после блестящих ногтей, мы ей сделали новый. И вот результат, вот эта наклеечка, то, о чем я говорила, это nail art приклеен просто вот из вот такой наклеечки. Вот, то есть это делается очень быстро, не надо тратить часы на рисование. Да, это уже была фотография, по-моему. Да. Это все уже хорошо. Ага, интересно. Так, какие у нас там еще были фотографии остались? Что мы еще не посмотрели. Дорогие зрители, вы не представляете, мы вообще... Я вас предупреждал, что у нас будут технические неполадки. Мы вот этот третий эпизод уже как бы записали, а потом оказалось, что мы его не записали. И поэтому мы сейчас его переписываем. И если вам кажется, что мы спешим или что-то такое, это значит, потому что мы уже это все сказали до этого, но это не записалось, и нам приходится все это повторять. Тяжело повторять. Вот. То, что было сказано на вдохновение. Мы уже автоматически говорим. Ладно, да. Смотрим оставшиеся фотографии, идем дальше. А, девушка, это тоже, да, чистка лица. Это, кстати, тоже был обмен сервисами. Это мой преподаватель йоги. А, очень занятная девушка такая. Она дала мне очень много. Я сейчас пользуюсь упражнениями, потому что с моей работой спина болит иногда очень. Вот, и мне это все помогает. Но она сейчас вернулась в страну, к себе на родину. Но ее знания... Значит, да, ты ей фейшл, она тебе уроки йоги. Да, она мне, да, она мне занятия йогой. Здорово, да. Да. А говорит, что спина болит, потому что наклоняться как-то надо постоянно. Да, во-первых, разных у клиентов, когда ты работаешь не на своем рабочем месте, то есть, может, разная высота стула, стола, по-разному где-то работаем на углу, где-то много, все равно целый день. Иногда вчера я, допустим, у меня был очень длинный день, я начала в 10 утра дома и закончила я в 8 вечера в... Виллерс Хилл, в общем, это почти час езды от меня. И то у меня просили еще, я отказалась уже одной девушке, там просили дополнительно сервисы, я, к сожалению, не смогла, потому что у меня не было сил. И в 8 утра у нас была пробежка 5 километров, поэтому я ехала домой. Вот, я ехала домой. Слишком много работать. Иногда, да, но я иногда умею останавливаться вовремя, выписываюсь сама себе иногда выходные. Я когда я понимаю, что я действительно очень устаю, я так, стоп, сегодня я, там, завтра я не работаю, у меня выходной. Иногда, конечно, в это время все равно кто-то пробивается, особенно если я дома нахожусь, на какие-то быстрые тритменты 10-15 минут находятся клиенты, которым нужно вот очень срочно, прямо сегодня и прямо сейчас, никуда не денешься. Но да, при этом все, бывают такие дни, когда вот прям порядка 10 часов нон-стоп работы, и езда, работа, то есть было всего 3 переезда, и были клиенты, у которых я по 3-4 часа находилась. У нас какая-то рекламка сейчас есть, да? Твоего бизнеса? Ну, да, это моя бизнес-карта. Единственное, там еще Facebook-страничка старая, но, в принципе, все остальные детали, они актуальны. То есть у меня сейчас две страницы. Изначально я держала, так как я начинала с шугаринга Pandis, это название бренда, с которым я работаю, кстати, вот на Фейсбуке. Да, и я сейчас разделила странички, оставила страничку для них и моя JK Beauty на Фейсбуке. Ага. Вот. А, давай посмотрим последние фотографии, какие у нас там еще были. Блог-шоу. Да, вот один из вопросов, снималась ли я на телевидении, как раз, да, буквально в июле мои последние видеосъемки, это были на 9 канале, в этой передаче The Blog, там несколько, 5 пар из разных частей Австралии, они делают реконстракшн, то есть перестраивают во что-то новое, старую фабрику, да, и строят из него настоящие модерн квартиры, современные. Вот, и для одной из пар это был сюрприз от, значит, организатора передачи, от Скотти, он вызвал нас, меня точно так же нашли случайно в интернете, значит, то есть если вы наберете мобильные ногти или что-то, я думаю, 5-е, 6-е, 7-е, 8-е место, это мое в Гугле, да, причем все бесплатно, так скажем. Да, и да, позвонили, предложили, мы приехали, мы работали, делали подарок, это для Кимы,
Ким и Крис. Они из New South Wales. Да, мы делали фейшл для Криса и немножко делали вот сахар как раз, чтобы показать шугаринг ему на груди. Вот, и для Ким у меня девочка помогала, она делала маникюр. Вот, так что в одном из эпизодов, я так думаю, что в октябре, потому что делали мы это почти под конец, когда они снимали свое шоу, то, скорее всего, где-то в октябре, но я буду делать обязательно анонсы, ссылки можно посмотреть онлайн, будет любой из эпизодов, их уже сейчас, и когда выпустят тот эпизод со мной, можно будет увидеть, как вживую, то есть мы работаем мобильно, как все устроено, да. Как я делаю фэшн. Это будет интересно, да. Обязательно выкидывай это видео. Да, я на всех своих, во всех своих социальных аккаунтах я все это выложу. Хорошо. К сожалению, время у нас закончилось. Еще раз. Очень приятно. Опять закончилось, да. В этот раз мы записали это, мы надеемся. Большое спасибо, что ты пришла. Как бы очень здорово спасибо, с тобой разговаривать. Пригласили. Время пробежало очень быстро. Мы могли бы, наверное, еще наснимать тут чуть-чуть сколько, очень много. В общем, надеемся тебя еще раз увидеть как-нибудь. Тут, может быть, в следующий раз поговорим о домашних животных, о приюте и как люди могут помочь, может, в этом плане. Да. Вот и все, наверное. Спасибо, дорогие зрители, за ваше внимание. И увидимся в следующем эпизоде. До встречи. Пока. Спасибо большое.